Всем привет! Пришла опять посылочка мне, очередной подарок на день рождения. День рождения у меня было 3 июня. Спасибо там за предыдущее видео, конечно, за поздравления вам. Всем большое спасибо. Ну, а этот подарочек пришел мне от Виктора, моего подписчика, друга с Германии. Вот такая посылка, аж целых 17 килограмм. Ну, частично я знаю, что там в ней есть. Ну, давайте теперь посмотрим, что конкретно там в ней находится. Видите, она даже как запечатана. Никогда мне не приходили такие посылки. Еще из Германии. Что это такое? Метр, да? Что, нравится, Мишенька? А я тут, по-моему, вам вкладости какие-то еще. Так, давайте. Как бы перечень небольшой, так сказать. Ну это гостинчики тут. Детям нашим Мишеньки. Ну, собирай, Мишенька. Что стоит? Давай. Ну ты доставай, забирай. Машины, мешанки. О, какой конфет. Давай вот сюда. Так. О, объединитесь. А где машуня-то у нас? Такой вот набор вот выколоточек. Прикольный наборчик. У нас есть парочку. А тут он под все размеры. Одну какую-нибудь достану. 5 миллиметров. Пробойник? Ну, пробойники, да. Не выколотки, не так сказал. Ну, блин, это, видишь, заводские, как бы подзакаленные. Классные. Можно вот прокладки рубить. Да. Это очень нужная вещь для в нашем, так сказать, хозяйстве. Вот, первый инструментик. Так, это... Ну-ка, Машуля, иди посмотри, что тут. Смотри, сколько конфеток. Нравится? Что тебе конфет? Шоколадка. Ну-ка, распечатаем шоколадку, попробуем. Скажешь, как вкусно, нет? Пока мы тут обозреваем. Так, ну это фреза по дереву, да, получается? Вот такого вот типа. Как бы у нас фрезерного станка нет по дереву, но у нас есть обычный фрезерный станок. На нем можно тоже деревяшки фрезеровать. Ну и что, Машуля? Как? Вкусно. Вкусно? Что это такое? Вот набор тут еще метчиков и плашек. Классный наборчик такой. Все в Германии, но он немножко рассыпался. Там. Ну это ладно, сейчас мы достанем. Давайте так его посмотрим. Чуть-чуть. Мишанька, иди раскладывай. Без заняться все равно нечем. Вот смотрите, какой наборчик классный. Вообще огонь. Раскладывай по своим местам пока. Так. Специально на улице снимаю видео, чтобы было лучше видно. Ну, тут какие-то манжеточки, резиночки. Ну, пригодятся. Думаю, нам. О, реле от Морса. Перегрузки, это как она называется там правильно. Ну, кстати, очень нам нужная вещь. Вот, а, вот для тех он агрегатов. Вот для того. Вот так. Это что такое? Нож. Так, лезвие, да? Да? Ну да. А, он прячется так. Ножичек. Диски. Вот эти, кстати, нам диски пригодятся скоро довольно. Коралловые. Коралловые, да? Ну и коралловые вот один, второй. Надо вот такие лепестковые. Немножко, так сказать, инструментиков. О, прибой, олово. Бухточка. Так. Что у нас тут? Ага. О!
самое, что я ждал, прям долго ждал. Знаете, что это такое? На этом, вот она. Кстати, она почти даже в цвет. Смотри. А, не подходит. Это от 124-го, значит. Да. Жаль. Или от 190-ка? Нет, от 124-ка. Ну-ка, пойдем померим. Тоже не сильно она подходит, но вот сюда она больше в тему, да? Не от такого бампера, скорее всего. А тут же написано, от какого Мерседес. Нет, 126. Вот, смотрите. Ну, это значит от рестайлового бампера. Да. Ну, заглушка. Ну, ладно, что теперь. Все равно вам большое спасибо. Так, ну, давайте продолжим. Лючок, конечно, не подошел на 126, ну, ладно. Ничего страшного. Еще диск вот один коралловый. Они, кстати, блин, дорогие у нас. Так. Вот это. Давайте. А тут набор дисков еще. Шлифовальных. Ладно, тоже как раз на наш размер. О, кстати, Виталий Джанович. Был бы очень рад вот этому посылочке. Искал тут у меня, который это, ну, знакомый мой с деревни. Манжетки. А нет, тут видите, какой наборчик. Офигеть. Всякие. Ну, это как сантехнический, как я понял. Прокладочки, видишь, манжетки. Но все равно, что? Мы как бы умеем чинить всякие краны водопроводные. Резиночки все равно какие-то нужны всегда. В хозяйстве, как говорится, в нашем. Все пригодится. Так, еще один подарочек. Ну, это вообще фирмовая Кипона. Да я даже одену ее. Кстати, вот эта кепка не глубокая. Все, не только у нашей. У нас мамка блатнует в такой кепке. Так, давайте. Что еще? Так, ну вот два таких чемоданчика. Вот еще мышка один. Мечик, так. Вот этот мы напоследок оставим. Это самый главный подарок. Это вообще просто огонь. Когда вы увидите, что это такое, вы обалдеете просто. Тут вы уже поняли, что такое. Бошевский. Ого! Тут еще приятные сюрпризы. Бошевский лобзик. Ого! Свечки. Только сейчас заметил. Эмблема. На бусик. А то она у нас там насик черная какая-то. Смотри, какая классная машина. Держи. Свечечки, что-то такое. А, это. Ну, то, кстати, тоже вот они теряются частенько. Скобки для радиатора. Вот, смотри. О, как классно, слушай. А можно, кстати, прилепить? Только решетку надо в черный. Да, решетку в черный, вот эти полоски подхромировать. Кстати, да. Колхозно, конечно, будет. Ну, можно? Нет, на этот надо, на бусик. Он же у нас, вон, без эмблемы. Сейчас мы на него примерно сходим. Так, ну это тоже тут свечечки, это к лобзику, соответственно. Свечи мерседесовские. Тоже со 126 мерседеса, только с V8 двигатель. С какой он там идет? 116 или 117. Блин, бошевский классный лобзик. Чего они как тут устанавливаются-то? Снимается. Классно. Так, ну лобзик сейчас мы что-нибудь испытаем. Пильнем им. Интересно же, хоть работает. Че, немецкий. Где у нас тут розетка здесь поблизости, Мишань? Угу. Надо организовать переноску. Так, ну все, тут, в принципе, понятно. Так, убираем пока вот сюда в стороночку. Ну и давайте самый главный подарок посмотрим. Ну, кто не в теме, тот, конечно, не поймет. А кто в теме, тот уже догадался, что это такое. Это, как объяснить, как правильно это называется. Ну, короче, тестовый набор, набор для теста КЕ Джетроника. Механических систем впрыска. На Mercedes, на Audi, там, на Volkswagen, без разницы. Видите, специальные манометры.
Все, тут шкала довольно точная. Всякие различные переходнички. Соответственно, второй манометр. Вот. Конечно, с этим делом надо будет все разбираться. Но у нас есть на чем разбираться. Вот один стоит Мерседес на каечнике. 190 Кондрюхин на каечнике, но он там стоит. Тут даже вот крепление, как я понял, какое-то. Конечно, плохо, нет никакого инструкции по этому делу, но я думаю, не смертельно. Разберемся. Тоже немножко повылетали. Ну, извините, такое расстояние они проехали, да, Андрей Иванович? Блин, всякие. Я даже не знаю, под что они тут. Вот эти всякие штуцера. Прям даже не представляю. Вот, видите. Ну, понятно, что Мерседес и все остальное, так сказать. Вот так вот. Ну, вот такой наборчик вот еще раз покажу. Давайте вблизи. Скажет, может кто таким пользовался. Или кто видел, где, может, есть на YouTube видео, кто-то таким пользуется набором. Хотя бы научиться так понять, как, что, куда. Моего мальца. Вот такой. Тут тоже вот подсоединение. Оно все на быстросъемчиках. Видели? Ну, я думаю, подробнее уже в этот прибор. Так, все взвешивается, вешается. Ну, тут, это я, как понял, проливка. Проливку делать, да, вот кнопку. Подцепляется. Это главный манометр, а это на дифференциальное давление мерить. Второй манометр. И между ними разницу замеряешь. В принципе, все тут просто. Ничего тут сложного нет. А куда вот он подцепляется, вот этот быстросъемный, где они еще? Ну, вон на шланге. А вот. На шлангах вот эти вот. Вот они, видишь, сюда. Тут с залозничком даже, видишь, выворачиваешь вместо штуцеров. Чик. Классно. Не то, что мы вот эти сточили сами-то. Ну ладно. Вот по этому набору, я думаю, будет отдельный обзор, когда мы уже им поймем, как работать. Еще раз его покажем, сделаем в мои инструменты, так сказать. И добавим его туда. Ну и будете видеть, как работать. Там будет, есть плейлист у меня, механические системы впрыска. И вот там будут про него видео. Так, ладно, продолжаем. Ты пока запотуши. Так, ну и давайте попробуем, как лобзик бошевский пилякает. У меня был где-то лобзик, но дал попользоваться, и мне его сломали. Так, все подошло, в принципе. С плавным пуском. С плавным пуском. Вылет большой сильно. Конечно, не бруски им пили, да еще, ну это вообще-то наш пил как по дереву. Все нормально, блин, на мусоре. Да, офигенный. Очень офигенный. Мало еще и работал. Вот такая модель, посмотрите внимательнее, кому интересно. Блин, мне очень нравится. Вот такой, нет, видишь, он на болтиках. Надо центральный, надо сюда вклеить болт просто центральный. Вот эти можно убрать, саморезы. И в принципе он нормальный у нас. Или большой? Нормальный. Ой. А, запил. Сильно так выделяется. Кузнечик. Так, вот Мишанька сложил набор метчиков и плашек. Тут они получаются от М10. Нет, какая самая маленькая? М3, да? Вот, а тут даже дюймовые есть. Даже дюймовые немножко есть. Также и метчики, тут отверточка в комплекте. Плашечки, они получаются все, да? Одного размера.
универсальные все. До 14. До 14, да? Где я 14? О, нифиг ты. А, ну это большой документ. Все равно резьба-то тут большая. 1/4. Что это за резьба-то? Ну этого М. Видишь, М и дюймовые они. Электрическая и дюймовая. Трубная. Видишь, классная. Заметчиков. Вороток. Классненький такой. Что-то одного нету, да? Это чтобы платить воротить. А что, одного нету метчика? Нигде там больше не валяется. Классно. Устренькие такие, они новенькие. Не. А, резьбомер. Куда? А, точно. И далее еще и резьбомер есть. Может там еще метчик, вот тут одного не хватает. Может его не было. Классный наборчик. Так, ну и еще тут есть у него вот такой. Вот такой есть вороточек. Это, наверное, трещотка, да? Или цанговый? Цанговый, да. Ладно, будем работать. Я думаю, все это в работе пригодится. Очень хороший набор. У нас что продается, я видел. Ну, вообще даже рядом не стоял. Все, спасибо, конечно, очень нужная вещь. Андрюха. Так, ну что, вот такой вот очень офигенный, я бы сказал, подарок. Виктор, еще раз тебе огромное большое спасибо. Ну а на этом всем спасибо за внимание и до свидания. Спасибо за конфеты. Спасибо за подарки. До свидания.